Десятки полных пакетов с мусором экологические активисты вывезли из Пальцинского острова. Акция по очистке регионального памятника природы уже стала ежегодной. К уборке острова присоединяются не только волонтеры, но и крупные бизнесмены вместе с чиновниками. Репортаж Артема Петрова. Добраться на Пальцинский остров можно только на лодке. Это уникальное место расположено в центре Волги между двух берегов Ульяновска. На площади чуть больше 40 гектаров есть песчаный пляж и около сотни видов растений, в их числе даже вековые сосны. Здесь же на острове гнездятся различные виды птиц. Некоторые занесены в региональную Красную книгу. Пальцинский остров в Ульяновске является одним из самых излюбленных мест отдыха для туристов. Ежегодно сюда приезжают тысячи человек, но именно из этих самых отходов жизнедеятельности портится красота острова. Остров – это памятник природы регионального значения. Здесь даже правила поведения особые. Но некоторые отдыхающие все же оставляют о себе память в виде разбросанного мусора. Правда, таких становится меньше. Те, кто на остров приезжает уже давно, помнят, какой поток туристов здесь был раньше и сколько отходов оставалось после. В 80-е годы здесь причалить было некуда вообще. То есть вот оно как иголочками было лодками утыкан. Сознание людей отчасти меняют активисты, которые на Пальцинский остров приплывают ежегодно. Вместо шампура и хмельного они берут в руки пакеты для мусора. К уборке памятника природы присоединяются эко-волонтеры, бизнесмены и чиновники. Эта акция проводится нами каждый год. И с каждым годом все меньше и меньше мусора становится здесь, на этом замечательном вот таком уголке природы. Если человек приехал на остров и тут гору мусора, он, конечно, за собой оставит мусор. А если он приедет и здесь чисто, как бы его просто, наверное, совесть замучит. Бросить за собой, оставить за собой мусор. Шаг за шагом активисты проходят все 40 гектаров острова. Как итог, всего за несколько часов больше десятка полных пакетов. Мы собрали достаточно большое количество мешков. Вот сейчас загружаем их, соответственно, на катер. Пакеты доставляют на берег и передают региональному оператору. А сортировка и утилизация отходов происходит уже на специальном полигоне. Артем Петров, Кирилл Артемов и Владислав Шанин. Вести.